аккумуляторы премиум класса Веста. Титульный спонсор футбольного клуба Краснодар. После победного матча с Томми мы все находимся в приподнятом настроении. Но на лаврах почивать некогда. Мы готовимся к следующей игре с очень серьезным соперником, действующим чемпионом России ЦСКА. Жозини в команде уже достаточно давно, но в первый раз она, пускай в промежуточном результате, но находится, занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Как от этого ощущения? Да, находиться на четвертом месте, конечно, приятно, но нам нужно сфокусироваться на следующих играх и постараться еще выше подняться в таблице. Следующий соперник – футбольный клуб ЦСКА, один из грандов российского футбола, который сейчас переживает не самые лучшие времена и, наверное, от этого будет очень настроен на предстоящую встречу с Краснодаром. Какой может получиться эта игра и чего больше всего стоит опасаться от соперника? Для игры с таким соперником очень важна правильная психологическая подготовка. Нам нужно сыграть без какой-либо робости и постараться заработать 3 очка.